Так, вот рыбацкая лодка. Приплыли они, видимо, с рыбалки. Сейчас пойдем посмотрим. Вот выгружают улов. Ага. Так. О, а тут уже куча желающих пофотографировать, снять видео. Ну, пойдем тоже посмотрим. Здрасте, рыбка, да, там? Да. Крупная? Акула. И акула даже есть. Он лежит. Ух ты. Судак, а здесь судак откуда? Не знаю, он лежит судак. Нет, это, наверное, не судак, это, наверное, барракуда. Где судак? Барракуда такая. Где? Да? Вот это? Вот это длинная. Это вот барракуда. Акула. А, да. Она вкусная, интересно. Да, очень. Костями? Ну, нет, там нет костей, это же морская рыба. А у этой вообще нет костей. Барракуда, значит. А я, конечно. Судак. Крупная? Ну, да, ну-ка. Это не похоже, это точно акула. О, да, самая настоящая. Да они что, на удочку, да, поймали? Ну, наверное, на сетку. На сетку? Нет, у них там нет сети. Вон, удочки только есть. Да, класс. Я вижу, что сети. О, барракуда огромная. О, и мелкой рыбешки ведро. Даже больше. Так, сейчас будет сортировать. О. Так, а как бы спросить у него, а? На удочку это или на сеть он поймал? Интересно, по-английски он разговаривает? Разговаривает, да? А ты можешь спросить у него, на чем поймал? Рыбу на чем? На удочку поймал или на сеть? Интересно. Вот они с женой, наверное, рыбачат. Жена катер охраняет. И почем барракуда это? Надо спросить. Я имею в виду, что где он на удочку только рыбу поймал? Конечно, на сетку. Так они с утра пораньше. Не, а смотрите, если на сетку, она, видите, вся разнокалиберная. И такую мелкую они сеть-то не ставят. Удочек вон целая куча, он их все как закинет и все. О, а вон там что за рыбка маленькая такая интересная? Тоже какая-то. Ну-ка. Это интересно, что за рыбка такая? С острым носом. А, что же это за рыба? Ой, куда-то он ее уже убрал. Ночью, говорит, хорошо, рыба шла. Так, а ну-ка вот эту вот маленькую, где она? А, вот она, ну-ка. Ну-ка. Какая-то странная рыбка. Что за рыба? Рыбаки выплыли на берег, перебрали добычу, купили пивка и поплыли дальше. Вчера, говорит, плохая была рыбалка, волны большие были. Ночью, говорит, сегодня была хорошая рыбалка, а утром, говорит, слабенько клевало.
Вот и все. Поплыли дальше. Куча удочек. Предлагали, значит, что они, акулу отдавали за 100 бат.